Активный, общительный и озорной, так об Андрюше говорит его мама. Мальчик никогда не сидит на месте, у него десятки увлечений. Очень любит спорт, правда, заниматься сейчас врачи не рекомендуют. Ребенка освободили даже от физкультуры в школе. Постоянная усталость, одышка при беге. Вот уже несколько месяцев рост и вес ребенка стоит на месте. Родители давно стали обращать внимание на частое недомогание сына, но подумать о таком диагнозе никак не могли. Очень часто болеем. Вот по утрам постоянно кашель у нас. И вот, допустим, как обычные здоровые детки, если там болеют, ну, неделю. У нас там может затянуться на 2-3 недели. Вот так вот. Температура постоянная, очень сильный кашель. В ноябре прошлого года на плановом осмотре ребенку сделали УЗИ сердца. Врачи диагностировали порок – открытый артериальный проток. Размер дефекта составлял почти 2,5 мм. Андрея тут же отправили на консультацию к хирургу. В кардиоцентре диагноз подтвердили. Осмотрев мальчика, доктор порекомендовал не тянуть с операцией. У Андрея открытый артериальный проток. У мальчика повышенная утомляемость. Он часто болеет простудными заболеваниями. В дальнейшем состояние по сердцу будет только ухудшаться. Могут развиться сердечная недостаточность и необратимые процессы в легких. Мы закроем порок щадящим эндоваскулярным методом, и мальчик будет здоров. Операцию проведут в стенах Белгородской областной клинической больницы святителя Иосафа. Стоимость лечения – 268 968 рублей. Самостоятельно родителям удалось собрать 100 тысяч. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд» пожертвовали 126 968 рублей. Не хватает 42 тысяч. Именно эту сумму мы и просим собрать наших телезрителей. Для помощи Андрею отправьте смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. А владельцы iPhone и телефонов на платформе Android теперь могут перевести деньги через мобильное приложение. Другие способы помощи вы можете найти на сайте Русфонда. Нина Бережная, Андрей Павленко, Вести Белгород, Прохоровский район.